Добрый вечер, дорогие мои уважаемые зрители. С вами снова я. И да, вы видите, что я веду свой репортаж немного в непривычной обстановке. Блин, соседи. Веду немного в непривычной обстановке свой свой блог. Дело в том, что сейчас я нахожусь не в своей захудалой квартирке, а я сейчас нахожусь в Вене. И приехал я, собственно говоря, сюда не случайно. Если вы давно являетесь зрителями моего канала, то вы наверняка знаете, что мой канал полностью посвящен всевозможным городским легендам. Сказать честно, я уже где только не был. Я был в Крыму, облазил весь Крым, рассказывал про городские легенды, облазил всю столицу, всю северную столицу России. Некоторые даже пригороды облазил. Не знаю. Ну и в общем, мне тут перепала возможность, и я отправился в Вену. Ну да. И отправился я, собственно говоря, сюда не случайно. Дело в том, что нас отправили на практику по программе обмена, как стажеров. И мы стажируемся в очередной гостинице. Ну, иногда у нас бывает свободное время, но не буду вам описывать свои трудовые будни. О том, каких мне злых дядь приходится обслуживать в гостинице Amadeus Pension 3 звезды. Так вот, в Вену я приехал, чтобы рассказать вам о местных городских легендах. А в Вене, надо сказать, полно, просто полно городских легенд. Например, их много там. Например, существует легенда о том, что в венском метро есть кольцевая линия, хотя, если вы знаете, ее на самом деле нет. Говорят, что на самом деле ее правительство построило. Но как-нибудь в другой раз об этом расскажу. В общем, я начинаю свой новый цикл видеороликов, посвященных городским легендам Вены. И завтра мы, точнее я, вы будете со мной наблюдать потом. Соседи. Люблю своих соседей. В общем, завтра мы отправимся на кладбище Святого Марка. Ой, не знаю, как меня эти соседи задолбали. Может, им радио включить? Кстати, в Вене ловит очень хорошо одно русское радио. Сейчас включу, да погромче. О, пошло. Всем привет, в эфире Радио Маньяк, с вами Диджейсон, и приступим к новостям часа. Кремль выступил с заявлением по поводу сентябрьских массовых разрушений в Тверской области. Премьер-министр сказал, что в область бедствия были высланы эксперты, которые определили причину разрушения как ураган. Правительство также до сих пор игнорирует свидетельства массы очевидцев и отрицает все предположения об инопланетном вторжении. Но мы-то с вами знаем истину. Напоминаю, что около года назад от якобы стихийных бедствий был разрушен город Сочи, прямо в разгар проводившихся там Олимпийских игр. А после, в августе, сильно пострадал Севастополь. После чего в сентябре были разрушены такие города, как Кашин, Калязин, Инсмуск и Красный Холм. Во всех трех случаях жители видели в небе войско черных неопознанных летающих объектов. И в Московской области даже был введен режим ЧС. Но в итоге правительство, как всегда, все свело к оправданиям. Также сегодня в своей квартире был найден мертвым известный русский рэпер MC Lovecraft, нашумевший в прошлом году своим выступлением на церемонии «Золотой азотот». Рэпер был найден в своей квартире со сломанным позвоночником, ребрами и шеей. Следствие предполагает, что это убийство – следствие былой криминальной деятельности MC Lovecraft'а. На этот час все. Напоминаю вам не доверять правительству и всегда держать камеры при себе, братья и сестры. А пока давайте послушаем немного музыки. Блин, я что, камеру забыл выключить? Thank you.
Дорогие друзья, абсолютно вот это вот нормальное явление для Австрии. Вот детская площадка. И вот кладбище. Абсолютно нормальное явление. Отлично. Я приехал верно. Так, отлично. Вот это вот план, чтобы не заблудиться. Так-с. Отлично. Итак, мои дорогие зрители, сейчас я нахожусь на кладбище Святого Марка. Это в чертах города Вена, Австрия. И приехал я сюда не просто так. Приехал я сюда конкретно ради одной цели. Здесь, на этом самом кладбище, покоится великий Вольфганг Амадей Моцарт. Собственно, сейчас я вас введу в курс дела. Это кладбище было основано в середине 16 века. И здесь, как видите, очень много старых захоронений. Вот так вот. На кладбище хоронили на протяжении нескольких столетий, пока в 1874 году это кладбище официально не было закрыто для захоронений. Вот так вот. Теперь это, собственно говоря, одна из достопримечательностей города Вена. Вот. Как вы видите, здесь периодически их реставрируют надгробия. Вот. Вот это явно совсем недавно отреставрировали. Но, как мы видим, здесь много поваленных, заброшенных памятников. И вот, дорогие друзья, я уже прошел совсем немного. И вот та самая могила Моцарта. Вот табличка на ней написана. Моцарт граб. И вот, собственно говоря, могила великого человека по имени Вольфганг Амадей Моцарт. Надо сказать, довольно-таки скромная могила. И, кстати говоря, существует легенда. Легенда, согласно которой, если вы однажды на этом кладбище, гуляя по нему, услышите среди могил какую-нибудь симфонию Моцарта, естественно, то считайте, с этого кладбища вам уже никогда не выбраться. Хотя я читал в интернете, некоторые люди рассказывали, что они слышали мелодии и убегали с кладбища, но я считаю, что это просто очередная городская легенда. Но мы не останавливаемся на Моцарте и пройдем немножечко дальше. Дорогие зрители, вот этот памятник, который видите, это памятник всем умершим. В Европе это абсолютно нормальное явление, когда в центре кладбища ставят вот такие вот памятники. Такие есть и в Париже, и в Германии. В Европе это абсолютно нормальное явление, что в центре ставят огромную скульптуру, чаще всего распятый Христос. И вот написано на немецком: кусок из Библии. Пройдемте немного дальше. Вот посмотрите. Абсолютно хорошо отреставрированные надгробия. Я даже поражаюсь, насколько хорошо их здесь сохраняют, бережно относятся, реставрируют. Thank you.
Друзья, абсолютно нормальное явление. Вон чувак, вечерняя пробежка по кладбищу. Просто захотел пробежаться, бегает. Абсолютно нормальное явление в этой стране. Вот здесь вот, собственно говоря, и заканчивается главная аллея кладбища. Посмотрите, вообще народу никого. Абсолютно я один, понимаете? Даже немного страшно здесь. Вот. Сзади уже современный автобан. И вот фабрика. И все. Давайте зайдем немного вглубь кладбища и насладимся его атмосферой. Вот, посмотрите. Некоторые старые надгробия даже огорожены. Вообще, я ни разу не видел, чтобы в России вот так вот к надгробиям относились. Просто потрясающе. Для меня это удивительно. Для них это норма. Всем привет! Сейчас я хочу вам рассказать о том, что со мной произошло несколько дней назад. Мы со своим другом Владом путешествовали по Европе. И одним из городов, которые мы посетили, была Вена. В этом городе у нас была конкретная цель – посетить кладбище Святого Марка. Главная причина посещения – проверить одну городскую легенду, согласно которой, если ты гуляешь в одиночестве по кладбищу Святого Марка, и ты услышишь музыку из тех времен, то ты обречен на веки вечные. На вечные скитания по кладбищу, и уже никогда не выберешься из него. В тот день мы с другом специально приехали ближе к вечеру, после чего зашли на территорию и начали не спеша гулять. Прошел уже час, и ничего не происходило. Тогда мы решили разойтись в разные стороны. Тогда я думал, к чему это приведет. Через некоторое время я услышал крик: «Женя, скорей сюда! Тут музыка играет!» Я помчался на голос, и через некоторое время я позвал его. Ответа не последовало. Я начал звать его, но он не откликался. Тут я начал слышать издалека какую-то музыку. В этот момент что-то во мне произошло. Я кинулся прочь от этой музыки, к высокому забору, который ограждал кладбище. Не знаю, как я его перелез, как потом бежал к выходу, как потом мы со смотрителем искали Влада, но все, что мы тогда нашли, его мобильный телефон, на котором была одна единственная запись с нечеловеческими звуками. До сих пор он числится пропавшим без вести, а я не могу объяснить, что же тогда произошло. Никто не может объяснить. Мне даже никто не поверил.
Ой. Знаете, немного жуткое место. Правда, звуки автобана немного смягчают эту всю жуть, но тем не менее. Вот. Знаете, как-то не очень, как бы это сказать, знаете, как-то не очень спокойно мне идти здесь, поскольку знаешь, что у тебя прямо вот под ногами, лежат люди, которые раньше были живые, но умерли. У нас, например, на кладбищах ставят оградку обязательно, чтобы никто не зашел. А тут, смотрите, вон, похоронили человека, ходи, хоти не хочу. Можно ходить сколько угодно. И для них это абсолютно нормальное явление, я должен сказать. Жутко здесь находиться немного. Я уже повторяюсь. Ой. Вот так вот. Ой, друзья, вы это слышите? Вы слышите это? Это невероятно. Тихо, 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 все, молчу. Ой. Казалось. Друзья, вы не поверите, но мы только что услышали музыку Моцарта. Так, если верить этой кладбищенской легенде, то я уже никогда не смогу выбраться с этого кладбища. Фух. Ну что ж, пора проверять легенду, стать, так сказать, разрушителем легенд и разрушать ее. Вон, смотрите, уже дорога. Это всего лишь не больше, чем легенда. Ну вот, мы уже вышли на главную дорогу. Позади нас могилы остались. И, смотрите, вот близко, все близко. Куда идти-то? Ё-моё. Вот, смотрите, просто дорога вниз, и все, кладбище-то с гулькин нос. О, а там еще один посетитель. Ну и работник, соответственно. Нормально, небось тоже пришла на могилу Моцарта. Ой. Ладно, присяду-ка я немножечко. Йоу, с вами MC Lovecraft, респект всем моим фанатам. Значит так, это видео я делаю, чтобы объяснить, почему не вышел мой самый последний клип, который должен был выйти в эту среду. Значит так, мы ездили с командой профессионалов, мы ездили в Вену,
Мы снимали этот клип, мы начали снимать, это должен был быть печальный черно-белый клип на кладбище. Грустная песня, но внезапно мы начали слышать какую-то музыку, какую-то жуткую музыку. И позже я узнал, что это был гребаный Моцарт. Motherfucking Моцарт, я не слушаю это. Я слушаю только real gangsta shit. И да, в общем, съемки клипа сорвались. Теперь ожидайте мой новый клип где-нибудь через полгода. Извиняюсь за это, фанаты. Больше я вас никогда не предам, я обещаю. Эй! Кто там врубил? Эй, ты чё? Только real games the shit. Ну все, друзья, товарищи, отдохнули и... Путь. Путь, так сказать. Конечно, вон звук автострады немного портит атмосферу, но тем не менее. Пока, как видите, вообще ничего не происходит. Друзья, знаете, я, наверное, снял что-то паранормальное. Мне как-то уже не по себе, если честно. Я попробую свалить уже нахрен с этого кладбища. Ибо мне реально не очень-то хочется умереть здесь. Как-то я тут задержался. О, мне явно туда. Ой, ладно, выключу камеру, чтоб лишний раз сил не тратить. Опа. О, а вот и выход. Ха. Смотрите-ка, и чувачки какие-то идут. Ну все. Я спасен. Все. Легенда развеяна в пух и прах. Что? Что? Какого? Я же... Выход был прям... Вы видели это? Видели? Выход же был прямо передо мной. Это... Что за...
Ой. Ой, вот же он. Это просто какое-то... Я не знаю, что со мной происходит, честно, ребята. Возможно, я схожу с ума, но реально, не могу никак выйти с этого кладбища. Вон, выход, вы видели сами, выход был прямо передо мной. А теперь он вообще бог знает где. Друзья, я реально... Нет. Это кто-то, это что-то... Я уже не могу просто сам объяснить, что происходит. Не могу объяснить. Просто не могу объяснить, и все. На этом несчастном кладбище. Вот черт, зарядка садится. Так, время у меня еще есть. Так, как-то боязно ходить среди могил. О, а там дорожка. Темнеет, хотя всего 3 часа дня, а уже темнеет. Опа. Возможно, это же к выходу. К выходу. Устал идти. Устал идти, если честно. Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать об одном инциденте, который случился со мной и с моим наверняка покойным приятелем. Это мы в лесу искали разные такие, сказать, крипи места для съемок таких крипи видео, но как поиск Слендермена и все тому подобное. И вот в один прекрасный день мы нашли там лес, который находился близ старого кладбища. Я не знаю, что это за кладбище, я там никогда не был. Его очень трудно найти, потому что оно все заросло и находится где-то, ну, можно сказать, между лесами. То есть, вот представьте леса, и между ними есть такое, как сказать, пространство, где находятся старые заросшие могилы, которые больше похожи на булыжники. Заросшие булыжники. Ну, так вот, около этого кладбища раздался страшный звук. Это были крики, плач, мольбы о помощи и еще музыка классическая. Я, честно говоря, не силен в музыке и в истории. Я понятия не имею, кто композитор. Я даже, можно сказать, от того, что я был в шоковом состоянии, позабыл это, но факт, то, что это было, остается фактом. Вы можете мне верить, можете не верить, но это так. Ночь. Почти. Реально жутко. Хоть автобан и слышен, но до помощи докричаться я не могу. Там есть дома, которые смотрят на кладбище, но не знаю. Я не знаю, к сожалению, немецкого. Да и вообще вряд ли меня кто услышит. Минутку. Что там? Боже, я не знаю уже, что делать.
Что это? Ну-ка, ну-ка. Что за... Господи. Господи. Могила осквернена. Боже. Это все объясняет. Это объясняет, почему я стал жертвой. Почему это со мной сейчас все происходит. Эти злые духи. Они хотят оторваться на ком-нибудь, кто окажется здесь. Потому что, вон, сами видите, что... Возможно, это моя последняя видеозапись. Скорее всего, меня уже отсюда никто не выведет. Я не выберусь. Это жутко. Жутко осознавать, если честно. Мне остается только бродить и снимать все на камеру. Все, что со мной происходит. Благо, камера при себе. Запись уже идет, да? Ага, так, ну как мы договаривались, то есть полная конспирация, лица, там ничего видно не будет. Я просто не хочу себя скомпрометировать, вы понимаете? Так, хорошо, хорошо. С чего бы начать?
Эта история случилась буквально в прошлом году, то есть в 2014-м. Если не ошибаюсь, 16 сентября. Да, 16-го. Я тогда как раз был на экскурсии в Вене, где это, собственно, и произошло. Нас было всего 8 человек, то есть группа небольшая. И одним из пунктов нашей экскурсии было кладбище Святого Марка. Поскольку нас было немного, как я уже говорил, нас решили сразу отвезти непосредственно вглубь кладбища к могиле Моцарта. Пока нам экскурсовод что-то там рассказывал, мы услышали душераздирающий крик, даже сначала не поняли, что произошло. А когда мы пошли посмотреть, что это, собственно, было, мы нашли только порванную одежду, сумку и следы крови. И, как оказалось потом, это были вещи одного из наших туристов. И мы даже, честно говоря, сразу не заметили, что нас стало меньше. Ну и к тому же, мало ли, там, может, человек что-то заинтересовал, он отстал от группы, но человек просто-напросто пропал. Мы пытались его искать, организовывали поисковые отряды, пытались добиться хоть какой-то помощи от местной полиции, но это все было бессмысленно. Нас попросили не рассказывать об этом инциденте, но я просто не мог промолчать. Он настолько запал мне в душу, что я не мог об этом молчать. Господи, вы видели? Она просто испарилась в воздухе.
Я долго не решался рассказывать об этом случае. Наверное, боялся, что меня примут за больного, но теперь я решился рассказать о нем, поскольку я просто больше не могу молчать. Год назад, 16 сентября 2014 года, я был с небольшой экскурсией в Вене, и одним из пунктов было посещение кладбища Святого Марка. По прибытии наша небольшая группа из 8 человек сразу направилась вглубь к могиле Моцарта. Пока мы стояли и слушали рассказ экскурсовода, кто-то из наших решил куда-то отойти. Потом мы внезапно услышали душераздирающий крик. Несколько человек кинулись на этот крик, а там и вся наша группа. Когда мы пришли на то место, где нам послышался крик, то мы обнаружили там лишь порванную одежду, сумку и следы крови. Но самого туриста мы так и не нашли. Потом начались поиски, но они ни к чему не привели. Нас всех настоятельно попросили никому не рассказывать об этом инциденте, но он настолько запал мне в память и в душу, что я просто не смог молчать. Дорогие друзья, я могу с уверенностью сказать, что эта кладбищенская легенда подтверждена. Я действительно не могу выбраться с этого несчастного кладбища. И я знаю, почему это произошло. Скорее всего, кто-то осквернил... Нет, я знаю, что точно. Кто-то осквернил там могилу. Там духи взбунтовались. А то, что я вот тут хожу с видеокамерой, снимаю все подряд их, еще больше разозлило. Ну и, собственно говоря, легенда, так сказать, подтвердилась. Я услышал музыку и теперь не могу выбраться с кладбища. Не спрашивайте меня, почему я не могу выбраться, что происходит, что вы только что видели за видео. Это я к вам обращаюсь, мои российские зрители. Ну или те, кто по-русски говорит. Please give this camera in Russian. In or if you If you saw this video, please download this video on YouTube. That's all.
Этот случай навсегда изменил мою жизнь. Признаться честно, я никогда не обращал внимания на все эти паранормальщины. Разрушил десяток городских легенд всяких. И я никогда не думал, что одна из этих легенд окажется правдой. С тех пор я, если до этого я раньше никогда не боялся кладбищ, то теперь я панически обхожу их стороной, едва завидя их вдалеке. Теперь моя психика в какой-то степени разрушена. У меня теперь сильная травма. Мне очень ночью, мне после этого случая, мне очень часто снятся кошмары, где я опять бегаю по этому кладбищу, а эта черная фигура и девушка меня преследуют. И я бегу по этому кладбищу и не могу выбраться с него. У меня такое чувство, что эта история еще не закончена. Я уже записался на прием к психиатру завтра. Я пойду к нему. И не исключено, что в ближайшие дни я буду состоять на лечении в дурке, на учете. После такого-то, конечно. Я в ужасе узнал, что были некоторые люди, кому удавалось спастись с кладбища того. Они все равно погибали, причем жуткой смертью. Одной из последних жертв стал рэпер MC Lovecraft. По новостям сообщение передавали некоторое время назад. А что со светом? О, черт! Который... Хоть вы, господи, дорогие зрители, хоть вы и не видите, что творится в моей комнате, но в комнате, конечно, ужас. Все темно, все абсолютно темно. Камера, конечно, может снять только эти деревья, что выходят из окна моего дома. Но я вас уверяю, дорогие зрители, что здесь что-то неладное. Черт, где фонарик? Где фонарик? Черт, где фонарик? Ладно, экран камеры все-таки в какой-то степени тоже фонарик. Благодаря нему я хотя бы могу хоть что-то, но рассмотреть. Ну вот и все. Похоже, это конец. Я чувствую... Кто-то ходит за дверью моей комнаты. Я запер ее на ключ и немного забаррикадировал дверь, но...